парашют. Вообще. Да не, парашютик не понадобится. То есть сразу разъебут, да? Да, лучше медицину такую. Да медицина полная вообще. А где ЗУС? Я пытаюсь найти нормальное место. Идет что-то. Так, берем Уралов и летим, да, посажем. Да. Понятно. Мы их высаживаем, а дальше начинаем кружить. Да, блин, повызову, как скоро работать. Там наши пассажиры, да, стоят вон на них? Конечно, да. Метис. У нас дверей нету. Нет, они есть, я их просто открыл. Нет, у пилота с ней дверей. А, пиздатый вертолет. Your problem. Your problem. Метис, пристегнись. Про то я и говорю, что как бы лучше не летать близко к этому, а то, блядь, один шальной и пиздец от пулемета. Да-да-да, прилетит. Учтите, я один не стану, если я помню. Ну, если тебя выбьют, я посадить-то смогу. Я посадить не смогу. Я нет, тебе смогу, открыл управление, если ага. Чё. Ну да, я понял. Ну ты мне это там так делай, так... Типа, если тебя убили, да? Взаимодействие. Че? Азу сзади будет меня лечить от его управления. Так. Заводи. Сейчас заводи свой, блядь. Заводи. Шайтан вертолет. Все. Заводи. Ты че там, Зус? Не нервничай. Не упадешь. Заводи. Вот пилот, да. Там всё, все, все. Садишь? Нет, не все, пилот, ты где? Смотри, Грим спиздил, что-то убежал. Вот, чё-то. Так, пристегнитесь, вы длиной меня втаскивать во время полёта с тобой, что ты за вашу безопасность не отвечаем. Все? Я в сафане, вообще, вот касанием. Кот, посади касанием. Только таким нормальным касанием, не без взрывов, блядь. Почему? Это... Пацаны уже очкуют, блядь. Все помнят твой последний полет. Там кто? Октопус, что ли? Ничего себе. Женщины на борту, это не очень. Это власть. Давай делаем бочку, короче. Ты перейди на средний. А то... Вот возьми чуть левее. Хотя у тебя такое здесь. Все, тихо. Да. Тихо. А то у тебя GPS. Вот, перейди на крик. Заленту дай.
Заклеил. Ты мне дал фиговый скотч. Я нашел только обычный, я не нашел армированный, я не нашел синий, я нашел обычный скотч. Отставить нихуёчки. Ты чё, выписка за Airline? ЗС, покорми там пассажиры. Он Зузу. Только попробуй еще раз так назвать, я не понимаю, что еще правильно. Зузу? Он итальянец, да. Зузу. А было путь. Зузу? Да, нет. Парашют спиздили? Бабки, бабки, блядь. А вот еще сейчас будет биг марафон. Ну тихо, ты не так. Я сорен уже, нервничаю. Давайте там, блядь, разберитесь, пацаны. Пехоту здесь, пехоту ставь. На вышке враг. Вот. Коралы. На нефтевышках. СПГ нас не собьет? Нет. Точка. СПГ стоит, точка. Давно не делал. Красота. Зус, смотри на аэродром, пожалуйста. Нифига нету. Нету? Я не наблюдаю. Так, здесь наши стоят. Надо Зушку искать. Все, он стрелял. РПГ. Я бы хуел бы, если он сбил. Кто конкретно? Да, не понятно.
Ну, ровно на нашей метке мы там стоим. Чё там? Без соз... А, так он же это, он же выстрелил вверх, ёпта. Да. Он же выстрелил вверх. Можем сесть на него, блядь, если же стоит. Это, потом меня в конце сбросишь сюда. Да. Ну, уже потом попозже. Когда уже начнется атака? Так, слева хребет на... Не знаю, поскольку. Наверное, у нас 180. Чё, стреляют? Да нет, Пех, пех. Да. Живой? Да, так, у нас птички в воздухе летают, так что смотри, не столкнись с ними. Пошли птички работать, да? Куда он стреляет, блин? Он просто зажал, нахуй. У меня сейчас дуло разъебется, блин. Это только с одной стороны, да? Да там. Ай, хорошо сбивают. Поттер под нами. Не отвечаю. Пуск пропадет по нам. Давай пролетимся сначала, что есть ли смысл. Ну вот они лежат. Стоп. Один пех бежит. Вот один пех бежит в сторону башни. Не, блин. Кто?
Тонко. Давай, короче, тогда направо сейчас. Зато где-нибудь. Ну, направо, направо, обратно разворачиваемся. Откуда они заходили, и там меня выпустишь, чтобы тебя не разбивали, а я. А могу с парашютом? А, нет, парашютом я не смогу. Нет, не смогу. Я не смогу взять тогда метком. Медснаряжение. Вообще метки нету. Смотри справа. Вот кто бежит на башню? Не снайпер, а чужой какой-то. Давай за горой слева где-нибудь. Прямо бежал. Справа от башни, справа от башни, он по темной хуйне бежит. Видишь, около деревьев. Лег. Вот он, справа от башни лежит, короче, между тремя деревьями. Вот лежит. Вот он. Свой. Давай. Ты здесь хочешь? Ахуй! Какую сторону? Слева, меня. Блядь, только не разбейся, нахуй, своим задним винтом, блядь. Сцы. Че, кусты еще какие-нибудь, блядь? Я могу выйти. Не-не-не. Сломался? Да, мент. Интересно, как? Ёптать. Вот как он сломался? Вот как? Ну, блять, задел что-нибудь невидимое. Ну, как обычно, всегда что-то невидимое. Невидимая сила какая-то, знаешь, какая. Наш, да? Здорово, куришь. Здорово. Эй, передайте по рации, что в вышке наша, вот МП сидит. Это код, передай по ДВ, наши в вышке сидят. Да, чё? Передай по ДВ, что? Нет, ДВ я забыл, они ушли. А, всё. Так что нормально. На 10 градусов спускается? И на горизонте. Один ещё. А живые есть с Фоксов? Только я и ТМП. Всё, все остальные сдохли? Да. Точно? Точно. Здорово. Ты-то сам, чувак. Вот ты не рыбай. Можно рыбать? Не рыбай. Под шею его. Да, под шею его, если он вот. Если нужно. Пойду оружие себе найду, что ли. Да, пойду найду, говорю. А ты меня видел? Да, с пистолетом. Дай хотя бы эту пулялку мне. Подожди, это юзит, по-моему, оно уже использовано. Ну, бля, ну трупы слишком далеко. Они прям пиздец от этой башни, вон там. Чтобы тебя не убили. Я зашел. Ну, башню? Мы с... Нет, ну чекни башню. Чекни. Залезь в башню, там должен наш сидеть один. Кореш этого релакса. Сейчас зайду. Проверь все наличие здоровья. А, не, блин, это, короче... Талит?
Нет, это кустус. Да, вон они, вон лежит, очень далеко, ну метров, наверное, 200. Что, захожу в башню проверять? Да, вроде вижу. Да, заходи, проверь там что. Заходи, заходи, смотри, что делать. Надо проверить трупу сейчас. Ух ты, наш? Блять, ДВшки-то нету, да? Хуёво, они метку не поставят. У нас красная метка стоит, где мы сидим сейчас на башне. Удали. Так их не удалить же. У меня ДВ-х нет. Знаешь, что сделать? Надо, знаешь что? Надо найти ДВ-шку среди этих двух. Не, спустись к вертолету. Сядь на пилота и удали. Так я с тобой рядышком. Просто Зузу. Я в башне, все сдохли. Все сдохли? Да. Охуеть. Потому что метка стоит. Блин, и там... Там есть... Это оружие, да? Да. Хрена я вот сейчас бегу. Вон труп, ты к трупу бежишь, да? Да, вроде так. По-моему, труп лежит. Да. Зус, а кто там сдох? Там ДБшка есть? Значит, надо здесь можно найти ДВ-шечку, чтобы связаться. Понимаешь, я даже тело не могу опознать. Так он живой? Он сдох. Оружие вывалено, я даже не могу менюшку его открыть. По сути, если медальон взяли, то медальон типа посмотрели. Нихуя ты залутал, блядь. Блядь. Ну я пойду посмотрю, здесь рядышком еще должен лежать. Знаешь, это когда задонатил. Да. Это когда попросил друга оставить его. Где-то я тут видел труп. О, труп. Если одинокий на боку, то я уже там. Да нет, два здесь рядышком лежат. А, там и я. С парашютом один прыгнул. Его залутали, блядь. А, это, наверное, этот... Подкрепление. Да, скорее всего, подкреп. Пульса нет, блядь. Ну это понятно. Второго тоже пульса нет, М4. По вам там отработали? Да фига. Ух ты, блядь, сейчас по мне хуяли, по-моему. Ракета прилетела. По тебе? Угу. Ну, летела в мою сторону, а больше не по кому. Ощущение с ПГХ. Ты стреляешь, да? Ага. А чё надо было? Релакс. Зус, ты с релаксом стоишь? Где тот чувачок? Там скажешь, что на нашу КВ выходил. Хули на один.
код. По мне хуярит. По мне снайпер хуярит. По тебе снайпер? Да, с нашей стороны. С востока, с востока, с востока. Живой-живой, я перелез с курка. Ты видел его? Нет, еще. С востока, где вы... нефтевышки. Блядь, здесь ляжешь, блядь, убьют, там ляжешь, убьют. Нет, еще хочу. Так, ну... Это война, да, будет. Мне кажется, он этот... выше. Я его найду, сейчас я в башню прибегу, найду. Да, я вот тоже думаю, пойти башню занять, там высота вертолета, да, на нашей стороне, так что... Бля, я рядом с тобой где-то. А, он вижу, да. Смотришь на него? Вот он, да, да где-то там. Камни, блядь, приблизительно камни. Ну, мог пострелять, увидел, что не попал, не сибас. Зус. Да, Зус, да. Ты точно. Да, еще не отвечает, чё. Или сдох, или без сознания. Ещё проверим. А может, он остановился, блядь, я понимаю, как раз отработал. А может, мины? Сейчас на мину как наступлю, блядь. Да, Зусу башни. Это точно? Труп, да. Блять, а прикинь, вертик отработал. Прикольно. Внутри проход, да, или как? А? Ёбаные мины, блядь. Ты меня еще пустил вперед, блядь. Давай, иди. Но он дальше не ходил. А, блин. Да. Что ты сукаешь? Вот все, я жив. Пока же. Только это старайся в эти дырки не упасть. Ну да. Короче, нихуя. Ты наверху? Моя задача поставить метку по тебе? Да откуда, блять?